Вы знаете, это ведь все политика. Ничего они не получат от Евросоюза. Они будут такой же нищете, как они сейчас есть. Это политика правления Украины. Они хотят удержать власть. Власть, которая им даст зарабатывать большие деньги. О народе они не думают. Люди, которые убивают свой народ, и, кстати, убивают и тех, которые за них. Они ведь отправляют туда не своих детей, правительство, они отправляют тех, кто на Майдане, они уже мешают им, поэтому они отправляют их под пули. Поэтому Евросоюз, кроме нищеты, а даром никто, за границей даром, вам чашечку кофе никто не нальет и стакан воды. Это не русский человек, который на последнее угостит вас, а сам останется голодный.